9 человек умерли от отравления метиловым спиртом в Тюмени. По версии следствия, в период с 3 января 2022 года в торговых точках, расположенных на улицах Ставропольской и Рижской в городе Тюмени, несколькими лицами была сбыта гражданам нелицензионная спиртосодержащая жидкость, метиловый спирт, с водочной этикеткой «Родники Сибири», представляющая опасность для жизни и здоровья потребителей. В результате употребления внутри указанной жидкости погибли 9 человек. По горячим следам установлены и задержаны четверо подозреваемых 1971, 1993, 1974 и 1987 годов рождения, сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Тюменской области.